Значит, задача вас, уважаемые наши радиослушатели, спеть, насколько я понимаю, второй куплет и спеть, в частности, одну последнюю фразу. Дирижировать буду я, будет Татьяна дирижировать, люди будут исполнять. Как это все будет звучать, сейчас мы определим. Второй куплет пропоем. Антон, меня будет слышно? Или микрофон поставить? Ну, так, а бузок у нас будет, да? Бузок. Ноту. Все, добро, едем. Круто. Сразу второй. Шанс войти в историю. Пойте, пожалуйста, все, кто как может. Как вы понимаете, детский хор, который записывали Pink Floyd, тоже, наверное, был несовершенен. Вот. Но звукорежиссеры все поправили. У нас тоже есть прекрасный звукорежиссер, который все поправит. Но главное, вы всегда можете сказать, я пел песню Pink Floyd вместе с отличными музыкантами. Я вошел в историю. Я крут. Детка, ты слышал? Посмотри мою запись на YouTube. Она собрала 2 миллиона просмотров. Уже. Дай барабанчик, пожалуйста. Дорогие мои, давайте на сегодня забудем старый принцип о том, что люблю групповуху, можно сочкануть. Давайте не будем сочковать. Особенно я прошу петь громко девушек. Да, женские голоса. Они, по крайней мере, как-то ближе к тому самому детскому хору, чем наши. Кстати, вы можете встать, подойти поближе к микрофону. Особенно, если вы уверены в своих силах. Но если вы не уверены в своих силах, повод избавиться от комплексов, я так думаю. Почему бы нет? Но вы поняли свою задачу? Всем понятно. Бумажки с текстами, кому нужно. У всех есть. О, вот, девушки потянулись к микрофону. Это очень хорошо. Даже очень хорошо. Да. Вы понимаете, нас снимают несколько камер, нас записывают, нас будет слушать сейчас весь мир, поэтому есть шанс, есть возможность, и главное, есть смысл выложиться и показать тоже, на что мы способны. Привет, Лер. Значит так, когда запоем второй куплет, я что-нибудь крикну, не матерно, поэтому не переживайте, до этого лучше не вступать. Мы как музыканты должны будем развозить. Тем более, я уже сегодня говорил. Играть ты в флоте так просто. Что у нас до эфира? 50 секунд. Отлично.
восходящего солнца. Утреннее шоу на 104.5 FM. В Екатеринбурге 9 часов 18 минут. Сегодня 29 ноября, пятница. Мой самый любимый день только по одной простой причине, что мы сегодня ведем эфир из Дабл Грилли Бара на 8 марта 8. Я сейчас нажал волшебную кнопочку, и эта волшебная кнопочка позволила мне весь этот зал и все то, что сейчас будет твориться, вывести в эфир. Мало того, сейчас еще рубрика «Перепел и перепелка», и именно в ней сегодня огромнейший сюрприз для всех, для вас и для всех здесь присутствующих. Сегодня, мало того, что перепел в исполнении трех замечательных людей, еще и будет хор мальчиков-зайчиков и белочек-девочек. Поехали! Перепел. Перепелка. Ну и вначале по традиции, естественно, к оригиналу. В оригиналах сегодня можно бас чуть-чуть прибрать, спасибо. Благодарю вас. У меня сопровождение музыкальной сегодня рубрики. В оригиналах сегодня та группа, которая являлась одной из наиболее коммерчески успешных и влиятельных рок-групп во всем мире и всех времен. Я так думаю, скорее всего, при случае, когда мы выйдем во вселенную, это будет самая влиятельная группа всей вселенной. Продали более чем 250 миллионов копий своих альбомов. 74 миллиона в Соединенных Штатах, 37 миллионов где-то еще там. В общем, группа, которая занимается защитой авторских прав, поместила их на восьмую строчку в списке 10 лучших рок-групп всей современности. А вот как-то журнал VH1 поместил их на 18 место. Я думаю, что надо пойти и поджечь журнал VH1. Также музыка этой группы повлияла на многих исполнителей. Среди них Дэвид Боуи, Эдж, музыкант из U2. Далее Queen, Radiohead, Kraftwerk, Queensrÿche, Nine Inch Nails, The Orb, Smashing Pumpkins. Все эти люди заявляют о том, что группа Pink Floyd сделала для них настолько много, что не сделал больше никто. Сегодня в оригиналах. Pink Floyd, друзья мои. Another Brick in the Wall. Вспомним, что это такое. Это оригинал. Я думаю, все его знают практически наизусть. А вот в перепелах сегодня, друзья мои, совсем неоднозначная ситуация. Мало того, что в перепелах сегодня наш программный директор... Вот он. Мой соведущий. И еще один мой соведущий. Юрий Мишков, Владимир Назимов, Михаил Симаков. А также самый главный сюрприз. Хор мальчик-мальчиков-зайчиков и белочек-девочек. Все те, кто сегодня собрался здесь в Дабл Грилли Баре на 8 марта 8Б, будут исполнять перепел. Поэтому я скромненько удаляюсь и предоставлю слово им. Thank you.
Владимир Назимов и Юрий Мишков. Это была, а также хор зайчиков, мальчиков, зайчиков и также девочек-белочек. Это была наша версия композиции «Another Brick in the Wall». Как это оценивать, я думаю, бесполезно. Абсолютно. Потому что оценивать это нельзя. Давайте оценки мы подождем просто на нашем сайте rockarsenal.ru. Те, кто слушал нас в эфире, может оценить качество игры, вокала и оригинальность идеи, может быть. Да, и выскажется по этому поводу. Ну и тогда и оценки расставим. Кстати, хорошая идея на сайте оценки принимать. rockarsenal.ru. У нас есть форум. Я думаю, что все здесь присутствующие там зарегистрированы. Ну а кто еще до сих пор этого не сделал, самое время, наверное, присоединиться. Ну это да. Ну что, спасибо большое, ждем ваши оценки на сайте rockarsenal.ru. Давай, все! 2, 3! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.